Volkswagen Golf является самой успешной моделью компании и одним из самых популярных хэтчбеков в мире. Однако в прошлом году Golf занял лишь 5-е место по продажам в Европе. А это говорит о том, что модель требует планового обновления. Как известно, производитель уже вывел на дорожное испытание рестайлинговую версию авто, которая практически не закрыта камуфляжем. Благодаря этим прототипам у нас есть возможность представить внешность новинки. Как мы видим, больше всего изменится передняя часть, где появится более узкая оптика и переработанный бампер. В профиль больших перемен ждать не стоит, за исключением новых колесных дисков. А корма получит фонари с другой световой начинкой и обновленный бампер. В салоне нового Гольфа появится огромный экран мультимедийной системы и обновленный руль, на который, скорее всего, вернутся традиционные кнопки вместо сенсорных. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!